И всем привет, мои умники, с вами Боди. Да, вот постоянно читаю все ваши комментарии. Вы меня знаете, я абсолютно все читаю и лайкаю. И вы постоянно пишете, что Богдан, ну тебе просто нужно посмотреть видосик МС Сюзанна от Никиты Морозова. Говорили то, что это очень годно и реально смешной видосик. Так что, мои умники, раз вы говорите, что это реально смешной видосик, то пошлите вместе посмотрим этот клипчик получается. Погнали. Ну чего, Никита Морозов, давай показывай нам свою годноту. Так, Камила Кабелло Fit Young Thumb. Так, интересненько. Сюзанна, унана. О, Ральф Лорен, прикольно. Ну, это типа марка одежды очень кайфовая, я вам серьезно. Мечтала встречи, я Сюзанна, унана. У него, кстати, очень приятный голос. Да-да-да. Ты обманула дурака, то есть меня. Да-да-да. И мне так грустно, я не знаю, что мне делать, Сюзанна, унана. Влюбился в тебя я как придурок. Боже, у меня мурашки идут. Круто, согласитесь? А ты тоже. Не видел я девушек получше. В этой жизни точно. Я накачаюсь ради встречи нашей. Я и ты, чтоб были похожи. Ведь ты модель, а школьник все же. Хочу с тобой быть. Эй, я наркоман, ты наркотик. Ты новый сорт, и побыть с тобой не против. Ладно, это прикольно. И будешь ты моей, мы общались 5 недель. И не просто общение, это любовь. Это судьбой мне от Бога дано. Так, я понимаю, здесь смысл то, что он общался с девушкой-моделью, да? Он якобы, ну, наркоман, она типа как наркотик, но это, в общем, такая... метафора, вот, точно. И, типа, получается, он еще ее не видел, и вот хочет с ней встретиться, да? Интернет love, one love. Да-да-да. Думаю, так, подождите, если это то, о чем я думаю, это по-любому то, о чем я думаю. Так, тихо. Мечтала встречи, я Сюзанна. Так, Богдан, успокойся. Я понял смысл. Я думаю, вы тоже поняли. Он ожидал то, что это... Ну, да, он думал то, что там прям модель. Привет. А я думал, у тебя рыжие волосы будут. Ну да, рыжие. Ты только это хотел сказать. Никитка, обманываешь нас. Мечтала встречи, я Сюзанна, унана. Боже, просто объясните, какой у него очень приятный голос, очень. Мечтала встречи, я Сюзанна, унана. Да-да-да. Ты обманула дурака, то есть меня. И мне так грустно, я не знаю. Просто я ему даю очень-очень-очень-очень сильный респект из-за его голоса. Он такой приятный. Знаю, что мне делать, Сюзанна, унана. Слушай, ну я, короче, побежал, ладно, то у меня вдруг куча дел появилось. Хорошо? Давай. Так, тихо, что дальше будет? Фига себе, она его еще и ударила, вы представьте. Как же я давно этого ждала. Мамочки. Ё-моё, как мне жить теперь, скажи. Как? Развела, когда ёба ты меня. Ты в 2 раза больше, был больше, мягче и толще. Не, ну здесь не поспоришь. Чёрт. И не смотри в глаза, мне страшно все же. Чёрт, она фейк. Блин, она фейк, это жутко обидно. Я так любил, фейка любил. Была моделью, да. И настрой, будто я в говно ступил. И с тобой бы точно не хватит. Боже, ну если серьезно говорить, то ее ляжка... Ну да, вот посмотрите на ляжку, она больше, чем его голова. Она... Это как 2 моей головы теперь получается. Я как бы худее немножко его. Но зато у меня и 6 кубиков. Да, и я не шучу. Сил, отпусти меня, ты не Сюзанна, унана. Мечтала встречи, я Сюзанна, унана. Да-да-да. Ты обманула дурака, то есть меня. И мне так грустно, я не знаю, что мне делать. Это она его еще и связала. После того, как его и обманула, прикинулась фейком. Офигеть, какие девушки пошли.
Сюзанна у нас. И все такие сразу, я предвещаю, что в комментариях будут писать: чего? Это вы, парни, вон какие пошли. Постоянно врут нам, да? Вот, не надо так писать. Ой! Я прям прочувствовал на себе эту боль. Милый, кажется, у нас будет малыш. Сука! Пока! Не, его шарнуло, она его хлыстнула, а прочувствовал боль я, не он. Все? Боже, прикольно. Ай, не надо больше его так хлыстать. Ай, больно! Короче, мои умники, ну согласитесь, ну годно же. Спасибо большое, что попросили посмотреть вместе с вами Никиту Морозова. Если что, там я всегда оставляю ссылку на оригинальный видос, так что можете перейти и там подписаться даже на него. Блин, ну годно же. Ладно, давайте спецэффекты. Вот если сейчас говорить на полном серьезе, то у него такой приятный голос, ну просто, ну согласитесь со мной, мои умники. Мне понравилась именно задумка клипа, как это все отснято, и сам голос человека. То есть это все прям вот прям вау, это круто, и это приятно смотреть. То есть, по крайней мере, мне понравился и сам клип, и задумка, и тому подобное. В общем, спасибо вам еще раз большое. Поэтому, если вы хотите, то можете поставить лайк, но это ваше дело, я никогда никого не заставляю. И если хотите, то можете подписаться на канал, но я, как уже это сказал, это ваше дело, я никогда никого не заставляю. И всем огромное спасибо за просмотр, мои умники. Всем пока, да.